Всем привет, мои друзья! Вы на канале Ушастик, и мы с вами проходим Домб Райда. Так, желаю вам хорошего просмотра. Так, мне сейчас туда надо, да? Окей. Идем туда. Идем туда. Свинка. Так, подожди, а куда мне? А, все понятно. Не, ну я думаю, туда не надо прыгать. А может и надо. Что-то я думаю, не надо лучше. Ну нафиг. Больше, чем я ожидал. Безусловно, все аборигены тут ненормальные. Еще эти бедолаги с Эндьюранс. Такое горе. Зато какой драматизм ситуации. Не только легендарный Яматай, а еще и кораблекрушение, и совершенно новый культ. Материала хватит минимум на 2 фильма, а то и сериал. Боже правый. Это открытие потрясет весь мир, и я окажусь в центре внимания мировой общественности. Какое счастье! Я же все поставил на эту экспедицию. Но сейчас нужно быть предельно осторожным. Ситуация в любой момент может выйти из-под контроля. Дайте мне только добраться до этого Матиаса, и я объясню ему, что нам выгодно действовать совместно. Ведь сам же он не может верить в то, что проповедуют этим людям. Они просто сломлены и растеряны, а я верну их к цивилизованной жизни. Да спонсоры в очередь выстроятся за таким эксклюзивом. Это грандиозный сюжет! Там мне показывать наверх. Куда только? Туда? Так. Показать наверх. Да блять, перестань прыгать, как обезьянка, блять, прыгает.
Блять. Перестань прыгать. Блин. Куда она опять лезет? Вот это непонятно. А? Опять лезет в жопу себе приключения искать. Ищет. Блин. Блять, блять. Так, куда мне? Блядь. Да. Ой, блядь. Не говорите ничего. Блядь. Лучше промолчать. Так, интересно, куда мне? А, вон. И прыжок. Так, ну-ка давайте сохранимся. Что-то лагануло. Не хочу, что просто вылетела игра. Ничего, у меня один раз такое было. Вылет. Подожди, я думаю не туда. Я думаю наверх. Да? Да нет? Thank you.
только посмотри. Да тихо ты. Здесь же они. Да, хочешь, чтобы нас учули? Заткнись и продолжай искать девчонку. Отлично. Мы нашли гробницу, и тут появились демоны, они. Сначала погас свет, потом раздались крики. Не знаю, кто кричал, мы или они, но этот жуткий звук до сих пор у меня в ушах. Они были в доспехах моих предков и рубили нас древними мечами. Выстрелы, крики, кровь. Мы ничего не могли сделать, ничего не понимали. А затем тишина. Они ушли. О боже, неужели они ушли? Почему всех не убили? Теперь старший капитан Осака. Мы покидаем базу, но не остров. Нас перебрасывают к монастырю. Другого выхода нет. Мы должны идти за Они, все мы. Если нельзя завладеть силой звезды, ее надо уничтожить. Но я знаю, мы все погибнем. Чтобы проникнуть в ритуальный зал этого монастыря, нам нужно починить лодку. Даже не знаю, как уговорить остальных направиться вглубь острова, но уж придется постараться. С Рейс будет труднее всего. Она рвется к дочери и сильно горюет по роту. Мы все горюем по роту. Пока я не пойму, зачем Матиусу понадобилась Сэмми, но это уже и не важно. Главное, сейчас она снова с нами. Ну да, конечно. Главное, она снова с нами. Так, поперли. Гробница должна быть где-то внизу. Твою мать. Я помню, что тут надо что-то делать, но я не так помню. Вот куда мне и надо. Ну, там закрыто. Ну туда мне надо. Понятно, что тебе туда надо, но там закрыто. Так, а что это не делать? Быстренько. Ага, вон как. Я, наверное, путаюсь. Просто нужно найти способ спустить этот лифт. Сейчас попробуем пустить его вниз. Так, подожди. А где он? Он внизу, да? Он внизу. Так, это я наверх лезу. Ну-ка. Нужно убрать еще три создания. Damn it.
Ага, окей. Ладно. Так, спускаемся. И мне его надо как-то... Как-то мне надо его еще наверх вызвать. Так вот как? А, вот как. Все понятно. Это последний был. Окей. Еще один, и лифт сдвинется с места. Еще один. А, вон он. А как его убрать? Так. Надо подумать. Подумать. А может быть его самый вниз спустить? Там надо что-то поделать. Проверим. Да нет. Нет. Это не то. Ну-ка. Нет, это не то. У-у. Это вообще не то. Я думаю, мне вон туда надо. Все, подожди. Вот так. По-любому мне надо вот так сделать. И вот так. Я думаю, вот так. Да?
Ничего. Надо было это давно прокачать. Че я это так недавно не прокачал? Блин. Эти фигуры, воины, они были в гробнице Пимика. Они ее охраняли. Это ты? Значит, ты был полководцем. Ты совершил сеппуку. Почему? Подвел мою императрицу. Обряд был прерван. Жрица Хоси знала, что ее спасет только смерть, и покончила с собой. Теперь первая и последняя императрица Солнца всего лишь душа в разлагающемся теле. Ее гнев порождает бури, которые не утихнут, пока ее душа привязана к этой земле. Мои штормовые стражи поклялись защищать ее. Они должны продолжать, но я не могу. Душа, запертая в разлагающемся теле. Значит, вот что вызывает бури. Чтобы прекратить бури, нам нужно уничтожить тело в ритуальном зале. Как же мне убедить в этом остальных? Да. Ну что вы наделали, а? Ну твари, а? Сдохните, твари. Я вас наебал. Бля, да как так, а? Ладно. Давайте, суки, по-другому поговорим. Блять, ну пизда тебе, короче, сука, пулеметчик. Я хотел так быстро как-то пройти. Ну ладно. Давай повоюем. Thank you.
Ублюдок. Должна, ну понятно. Так. Нахуй мы самый верх? Ладно, похуй. Конец. Их нигде нет. Что случилось? Когда все началось, Уитман забрал Сэмми и исчез. Он увел ее к Матиусу. А мы не верили. Черт. Я тебе не верила. Что будем делать? Я же сказал тут продажник. Они этого и ждут. Ты была права насчет Уитмана. Ты же сама видела эти бури. Они топят и сбивают все. Во время Второй мировой здесь были ученые. Они считали, что этими бурями что-то управляет из ритуального зала. Послушайте, я еще пока не все поняла, но Сэмми увели. Это все связано. Если мы уйдем, не узнав правды, погибнем. Так же, как те пилоты. Так же, как Рот. Слушайте. Что бы здесь ни было, пусть Лара разберется. Возвращение в это осиное гнездо – самоубийство. Ее ведут не туда. Они направляются в ритуальный зал. По этому притоку мы к ним подберемся. Рейс, я знаю, как сильно ты рвешься домой к дочке, но борьба еще не окончена. Очень прошу тебя, ни о чем не спрашивай, просто доверься мне. Ладно, спустим его на воду. Как будешь готова, поднимайся на борт. Я готов. Лара, скажи, что ты хочешь найти? Правда хочешь знать? Нет, но все равно ответь. Душа древней императрицы Солнца заперта в мертвом теле. Ее гнев – причина здешних бурь. Если мы уничтожим тело, бури прекратятся. Так. А зачем Матиусу Сэмми? Не знаю. И это хуже всего. Да, я понимаю, план безумный. Да, безумный. Но безумие все, что у нас осталось. Попробуем. Пошли. Нет.
Вы с Рейс будете сторожить главный вход, а я пойду за Сэмми. Пойдешь туда одна? Больше людей, выше шанс, что нас заметят. Вот-вот. Здесь убейте столько ублюдков, сколько сможете. Вот-вот. Это будут не только братья Солнца, еще другие. Самураи, штормовые стражи. В общем, стреляйте во всех, кроме Сэмми и меня. Денчик мой, мы не прощаемся. Я не прощаюсь. Мы тебя прикроем. Вот это можно. Со мной не надо. Но нахрен, вы все равно нифига не помогать не будете. Тот дебил умер, да? Так ему и надо. Ну, сука. Ну ладно. Чем-то он их обидел. Непонятно чем, но чем-то обидел. Так. Штормовые стражи через столько столетий все еще охраняют свою императрицу. Твою мать, не надо. Их там что-то много. Что делать?
По-любому мне туда не надо спрыгивать, или? А, ну как. Да, спалили. Джучей. Пизда нам, беги. Я спалили. Как ее могли так спалить? Мне интересно. Не знаю. Мне это не спрашивай. Блин, СВО хороший. Мы возьмем сейчас дробаш. В записке, найденной у того полководца, говорилось, что причина боли – душа в разлагающемся теле. Я знаю, что он говорил о последней императрице Солнца, но не понимаю, при чем тут Пимика? Она была первой императрицей. Матиас считает, что Сэмми имеет к ней какое-то отношение. Мне это не нравится. Будь ты проклят. Ради славы ты готов на все. Наверняка разгадка кроется в ритуальном зале, но как туда попасть? Попадем, не сы. Как ты попадем? Вот он ветер. Типать их сколько надо. Да, тебя еще точно не хватало. Да пиздец. Ладно. Подождем. Ждем. Стреляем. Ждем. Ах ты сука. Понятно, она вообще драться не умеет.
Блять, косой. Подожди. Подождите. Что вы так? Ну давай, оп. Блять. Да, пушка просто обалденная. Охуенная пушка. Это только так, блядь, попадает. Там куче. Какой куче? А, понятно. Куче. Нихуя. Не надо. Успокойся. Не, дохуя их что-то. Как так? Ну-ка вытащи своего. Красавчик. Так, пока мне все нормально.
Ждем. Тихо. Блядь, да ну нахуй, а? Не могу понять, почему. Походу голову стреляю. Что-то он, сука, не попадает. О, нихуя эти овчарки. Да, сейчас нахуй, а? Не думай. Не думай. Сказал же, не думай. Сука. Где он? Ублюдок. Так, что сейчас босс, да? Да, блядь, вот он. Быстро как-то. Что-то мешает, да? Что-то мешает. Подожди, подожди, подожди. Нет, что-то мешает. Да, я был вынужден это сделать. Лара не оставила мне выбора. Если бы только она умела играть по правилам, я бы обязательно включил ее в свои планы. Но ей не хватает жесткости. Это открытие станет только моим. Рубикон перейден. Как бы это ни было прискорбно, но она никогда уже не покинет этот остров. Никто из них не покинет остров. Ну, а что бы ни случилось с Эмми, но это только привлечет внимание ко всей этой истории. Не думаю, что Матиаса или его братство можно в чем-то убедить. Поэтому мне надо исчезнуть, как только закончится обряд. По-моему, я отлично подхожу на роль единственного выжившего, который вернется сюда с полицией, с камерами и достаточно скорбным выражением лица. Да. Конечно. Так, а что мне делать, блин? Так, ладно.
Так. Все понятно. Ну-ка. А попробуем. Ницы. Прыгай. Ебать ты дура. Да. Так, мне туда надо как-то попасть. А, все окей. А может чуть-чуть ее сейчас это надо вниз спустить? Нет, что-то я сильно пустил вниз. Подожди. Так. Не? Вот это бред. Хм. Да блядь. Подожди. Подожди. Да туда я не допрыгну, это по-любому. Окей, я знаю как. Думаю так. Я знаю как. Назовем так. Я смогу. Я перепрыгну. Понятно. Огненный обряд
выбор преемницы императрицы. Избранная жрица входит в монастырь. Она получает твою власть и становится новой императрицей. Так значит... Многие с радостью отдали душу за этот дар. Теперь первая и последняя императрица Солнца всего лишь душа в разлагающемся теле. Сосуды. Она передает не власть. Она передает душу. Все эти императрицы были тобой, Пимика. Первый и последний. О, Боже. А теперь ты хочешь Сэмми. Но ты ее не получишь. Красиво сказала. Вместилище для души императрицы. Ты ее не получишь. Прекратить. Так, ладно. Можно сейчас быстренько прокачать. Нет, подожди. Так мы сделаем. Не, я тогда не буду прыгать. Окей. Thank you.
ты, нифига себе. Фу. Блин. Твою мать. И куда? Печка. А куда мне надо было прыгать? А, ну куда? Блин. Эти ублюдки направляются к тебе. Мы задерживали их сколько могли. Спасибо, Рейс. Садитесь в катер. Если я не вернусь... Мы не уйдем без тебя. Мы будем ждать. Да, я думаю, она справится. Да. Куда? Вниз? Да, по-любому нет. Да это бура такая большая. Ну-ка, давай, блядь. Ой, ты... Я должна ей помочь.
Нет, ты не должна помочь. Ну, конечно, блядь, должна помочь. Ну, тебе вопросы, блядь, а? Ну, иди, чё ты там, блядь, идёшь еле-еле нахрен. Они откуда вообще пришли? Ну, суки. Блять. Понятно. Все понятно было бы. Так, ладно. Давай прошлым поработаем. Сука там, а? Блять. Сука. Почему она не прыгает? Блять, я быстрее его трубашом пробью. Ну и чё, она тихо идёт, как не то, блядь. Нормально. Прикольно.
Круто. Ебанутая, а ты где ты этот дробаш ебаный, блядь? Я думаю, я правильно все делаю. Ладно. Окей. А, в спину надо стрелять. А, братва, еще и заебись. А, ну, нормально. Блять. Как он меня так схватил? Сука. Блядь, вот это он меня уебал. Вот это он меня уебал. Хуёво. Блядь, это ты чё? Все, еще нет. Ебать, я умираю. А может и нет. Убиваем его нахуй до конца. Заебал он меня. До свидания, ублюдок.
Давай, чё ты, спасай её. Это Лара! С ней Сэмми! Она справилась. Думаю, она поправится. Что там было? Все кончено. Можно плыть. Ладно, давайте убираться отсюда. Я была так слепа, так наивна. Много лет я обижалась на своего отца, сомневалась в нем, как все остальные. Но он был во многом прав. Жаль, нельзя сейчас сказать ему об этом. Все суеверия и выдумки не более чем фантазия, так мне раньше казалось. Но грань между реальностью и мифом порой так тонка. Мне нужно во всем разобраться. Я должна понять. Вам что-нибудь нужно? Я не знаю, что случилось на том острове, но глядя на ваши раны, и знать не хочу. Ладно, скоро будем дома. Я еду не домой. Понятно, она едет опять себе жопу приключений искать. Ох, блин, ладно. Это уже будет вторая часть. Вот. А пока ведь мы прошли только первую. Это у нас было Дом Брайдер. Про нашу Лару Крофт. Игра мне понравилась. Та игра мне и всегда это нравилась, чем это... Это же Том Брайдер. Как она не может понравиться? Игра просто реально супер. И увидимся на второй части. Что я могу сказать? Ну а пока весь подписывайтесь, ставьте лайки. И мы с вами увидимся на моем канале Ушастик. Всем пока.